Во время праздника весны китайские нефтяники продолжают работать над новыми амбициозными проектами. Один из них готовится к запуску в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, в центре пустыни Такламакан и Таримского нефтегазоносного бассейна. Здесь расположено месторождение Фуман, на котором появится первая в Китае скважина глубиной 10 тысяч метров. Специалисты уже готовятся к ее бурению и отрабатывают необходимые для этого технологии на пробном участке. Главная цель испытаний – изучить параметры и возможности нашей буровой установки. С увеличением глубины температура растет, поэтому нам необходимо, помимо прочего, проверить термостойкость оборудования. По оценкам специалистов, в Таримском бассейне сосредоточено более половины китайских углеводородов сверхглубокого залегания. Основной нефтеносный слой здесь находится примерно в 8 километрах под землей. Добраться до него нелегко. Из-за роста температуры, давления и содержания серы сложность бурения на большой глубине увеличивается в геометрической прогрессии. Для достижения глубины 10 километров необходимо соединить более 1000 бурильных труб. Чем глубже, тем сложнее процесс бурения. Это настоящее испытание для наших инженерных и технических решений. Специалисты также отрабатывают здесь технологии разведки сверхглубоких нефтеносных залежей, проектирование нефтедобычи и снабжение скважин. К 2025 году объем углеводородов, добываемых на месторождении Фуман, может достичь 5 миллионов тонн нефтяного эквивалента в год.